Эта картина называется «Ожидание». Чего ждет пес? Счастье, солнце или возвращение хозяина? Ответ на этот вопрос знает только автор картины, Таня Федоровичева. 17-летняя девушка тоже долго ждала своей первой большой выставки. Представленные картины она рисовала несколько лет. Делала это, правда, не так, как делают остальные юные художники. Дело в том, что Таня лишена рук. Таких, как она, называют людьми с ограниченными возможностями. Однако, глядя на ее картины, понимаешь, возможности этой девушки ограничены только ее фантазией. Первая большая экспозиция Тани открылась сегодня в Музее детского творчества. В открытии приняли участие педагоги живописи, школьники, искусствоведы, а также Вячеслав Третьяк. До открытия выставки девушка жаловалась, что в ее родном селе не достать профессиональные краски, кисточки и растворители. Как будто угадывая желание, все это и подарили ей на профессиональный дебют многочисленные гости. С пожеланием подготовить новую серию картин, уже для Москвы. Школьники, в свою очередь, подготовили для Тани коллективный подарок и не скрывали впечатления от выставки. Картины мне очень понравились, они действительно очень симпатичные, и люди не умеют так рисовать руками, как вот она. Сказали мне об этой выставке в интернете, я прочитал. Действительно, мне поинтересовало, начало быть интересно посмотреть на эти картины, ведь действительно это важно. С профессией Таня, в отличие от многих других сверстников, уже окончательно определилась. Мечтает быть художником-иллюстратором. Иллюстрировать хочет русскую классику, любовь которой привили еще в детстве. Ну а что из классики ей хочется проиллюстрировать больше всего? Сказки Александра Сергеевича Пушкина, наверное. Вот. «Рыбаки и рыбки», «О попе и работнике Балде». Ну, сказки, в общем, Александра Сергеевича Пушкина больше иллюстрируют. И мне не нравится. Ну а пока иллюстрировать Таня только учится, а вот картины рисует уже как заправский художник. Есть в ее экспозиции картины космоса, и сельские пастораль, и портреты друзей в разных техниках, и даже необычные животные. По ним можно увидеть, как рос талант девушки, с первых робких мазков до законченных полотен. Андрей Творогов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.